Тамам рухиачыларнын пікірлеріне көре, біз әлбетте өз аятымызды баз заманлары деңіштіреміз. Ама бүгін мен білесем, тек оларның пікірлерінен жүрмейжекміз. Өз пікірлерімізді де жүрседежекміз, ве әлбетте біраз шенлік мүйтіне далажақмыз, құрметті достар. Ве әлбетте ойын олсын, мен асында ойынларыны ернақыт севе. Әлбетті, яйынымыздың башында айттық, кенді яны 2019-ынде сенесіне адым аттық. Бұна бақмадан әбір 2018-ынде сенесінің нетеджелері ақында лафер сетмеге девам әттеміз. Хұсусан бұн нетеджелері бізлер үшін пек қуванчылы ве пек мирақылы олажақлар. Хұсусан бүгін біз бір ансамблінің аяты ақында лафер сетеджеміз. Белі ансамбль, гузель ансамбль ве келініст. Тез шекілінде бұзым студиямызда шу ансамблінің бекілеріні де қаршылайық. Демек, студиямызда Элина Бекирова, Мевзу ойын ансамблінің реберы ве Анифе Аттарова шу ансамблінің ойынжысы. Селям алейкум. Селям алейкум. Саба сертлеріңіз қайырлы олсын. Как настроение, Элина? Алға шүкір, все хорошо. С хорошим настроением проснулись, приехали к вам. Машала. Екебен 18-несін нетежелеріні чықарамыз. Все-таки подводим итоги уже ушедшего года. Как он сложился, как он прошел? Для ансамбля «Мевзу», каким он был, каким запомнился? В целом все было очень хорошо, все удачно. Много фестивалей, много конкурсов, много концертов очень. Дети в целом и я довольна своими детьми в уходящем году, конечно. Ну, были и свои трудности, но ничего, Аллаха шукур, мы все пережили и дальше продолжаем работать. И, надеюсь, впереди у нас только новые победы будут и новые открытия, новые воспитанники, новые ученики. Угу. Что касается новых учеников, вот все-таки популяризация крымско-татарского танца, да, дает ли она свои плоды, увеличивается ли желание изучить свой национальный танец, либо если это приходят ребята, представители других культур, интересно ли им изучить крымско-татарский танец? Вот касаемо увеличения набора групп, есть ли такая тенденция? Конечно, с каждым годом я замечаю, что все больше и больше новых желающих, новых учеников. Родители очень хотят, чтобы дети изучали именно свои национальные танцы, углубляли свою культуру. Знаете, вот за 4 года своей работы у меня очень много учеников были не только крымско-татарской национальности. И у них были неплохие успехи. Вот ко мне вот есть и смешанные дети, которые родители все равно стараются больше в свою культуру их привести. Даже и взрослые. Ко мне приходила русская женщина, она говорит, я очень хочу с детства научиться. И она приходила ко мне на индивидуальные занятия, мы с ней занимались. И вот ей очень понравилось, она говорит, вот я часто бываю на крымско-татарских свадьбах, и я вот хочу научиться танцевать. И я ей в этом помогла, и она мне была благодарна, и мне было приятно видеть в человеке такое желание. То есть крымско-татарский танец актуален, популярен, и его популярность только возрастает, так? Да. Хоть и многие рекомендуют танцевать все-таки душой, да, все равно ряд определенных правил нужно знать, мне кажется. Конечно. Есть основа, база, и от этой базы мы уже развиваемся и вперед стремимся. Все-таки, подводя итоги года, все коллективы, танцевальные, вокальные, всегда проводят отчетный концерт. И мы знаем, что у вас тоже был отчетный концерт. Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к нему? Да, Аллаха шукур, все прошло хорошо. Я очень переживала, но все... Как я знаю, как мне говорили, я стараюсь слушать людей, их мнение, мнение работников культуры. И они сказали, что все прошло на достойном уровне. Я очень долго готовилась к нему. Он еще должен был пройти летом в июле месяце, но так как по определенным обстоятельствам нам пришлось перенести его на декабрь месяц. Очень многие люди мне помогали в этом. Ну, в основном, конечно, много чего я сделала в плане написания сценария,
постановки, было сделано много новых постановок именно для этого концерта. Мне очень помогла у нас была ведущая Эльмаси Таджиева, потому что ну, мне было тяжело и заниматься с детьми, я и танцевала, и вот она помогла нам провести этот концерт, все прошло очень хорошо. Мы пригласили Асана Белялова, он тоже не отказал, приехал, Чох Саулсон, потому что в такие моменты откликнулся человек и помог. И скрасил ваши концерты. Да, украсил, все прошло просто замечательно. Я очень благодарна родителям детей за то, что они в такой тяжелый период тоже пришли на помощь, очень много помогали. Мы даже с ними сделали такой вот сюрприз для наших детей. Дети, ну, как бы в основном не знали. Мы с родителями подготовили номер «Дружба народов», вышли с ними. В основном многие из них не выходили на сцену. Есть родители, которые в прошлом году тоже участвовали. Вот у нас такая традиция. Каждый год родители показывают своим детям, что вот и мы что-то можем. Примером своим, как бы, показывают своим детям, что все возможно даже в их возрасте. Замечательно. То есть, в принципе, все стали участниками концерта. И да. Непосредственно ученики, и вы как руководитель, и родители. Это замечательно. Анифе, вот Элина Ханум наблюдала, переживала, да, за вас, за сценой, сама принимала участие. Как ансамбль провел этот отчетный концерт? Какие у вас были чувства, эмоции? Расскажите, все ли понравилось? Нам очень понравился наш концерт, организация очень хорошая. Саусан Алина Оджа, за то, что вы его провели. Детям тоже очень понравилось, мы после концерта общались, послушала также других, то есть зрителей, им тоже очень понравилось. А вообще желание танцевать давно появилось? На самом деле это было еще с детства, потому что моя биташка, Анашка очень любит крымско-татарскую музыку, и как-то я с детства еще полюбила это, и им тоже сагу за то, что привели меня внизу. Машалла, сколько лет уже танцуешь? 3 года. 3 года, Машалла. Планируешь ли в будущем, возможно, связать свою судьбу с танцем? Я думаю, что не совсем. Но думаю, что мне но это очень поможет. Но танец все равно будет занимать важное место в твоей жизни, да? У нас есть кусочек, отрывочек с концерта. Давайте посмотрим, прокомментируем, возможно, какую-то интересную постановку, да? Расскажем о ней. На самом деле, вот сейчас, наблюдая это видео, этот концерт, фрагмент концерта, конечно, я всегда поражаюсь синхронности, тому, как все работают, но, исходя из этого, хотелось бы задать такой вопрос. А все-таки, если бы была возможность вернуться в этот концерт, возможно, к подготовке этого концерта, поменяли бы ли вы что-то? Конечно, мне кажется, всегда есть такие моменты в концерте форс-мажорные, когда что-то не идет не так, и ты не можешь это исправить. Конечно, мне кажется, у каждого режиссера, у каждого постановщика, у каждого хореографа есть такие моменты, когда ты бы хотел что-то исправить, но уже не можешь. Сколько постановок было, в общем, на концерте представлено?
У нас было вообще 23 номера, три из которых Асан Белялов исполнил вокальные свои композиции, и три композиции от нашего Центра культуры, а остальные все хореографические номера. А Нефея в скольких постановках приняла участие, либо в одной? В шести. Да. Это же все выучить надо. Это же все оттанцевать, запомнить. Как вот просто мне интересно, как это. Как вдохновляете, да, вообще себя, да, перед концертами, как настраиваете, чтобы вот выйти, улыбка, ведь настроение — это очень важно для артиста. О чем думаете перед выходом на сцену? Ну, во-первых, мы думаем о том, как бы хорошо станцевать, не забыть, точнее, ничего, и передать свои эмоции, свой танец, показать другим. Мы уверены, что все ваши эмоции обязательно дошли до своего адресата. Элина Ханум, мы сейчас видели, ребята постарше, да, как танцевали. Это старшая группа. С какого возраста сейчас дети у вас? У меня дети на данный момент с 5 лет. С 5 лет до 20, наверное. Взрослые ученики. У меня есть выпускники, которые приходят и помогают мне вот в такие ответственные концерты, в ответственные такие моменты. Они не отказывают и приходят, еще выручают меня. Ну, в основном старшая группа у меня от 13 лет до 17. А потом они все уходят учиться. Да, ну, в этом году выпускники еще как бы до сих пор приходят, до сих пор еще успевают, все успевают и на учебу ездить, и мне помогать. Многие наверняка продолжают свой танцевальный путь. Есть такие ребята, которые пошли учиться на хореографа? Ну, пока еще нет, но девочка в следующем году, вот выпускница, вот, кстати, в этом году он будет выпускаться, и планирует поступить в университет культуры. Ну, я надеюсь, что у нее все получится. Конечно, мы даже не сомневаемся. На самом деле, это очень, по-моему, как по мне, должно радовать, если ваш непосредственный ученик продолжает свое направление и непосредственно в танце. А все-таки год прошел удачно, новый год начался. Какие планы уже на предстоящий год? Я надеюсь, Хусмет Улса, что, как и в прошлом году, у нас будет очень активный год. Будет много концертов, будет много фестивалей, конкурсов. Я надеюсь, что Хусмет Улса и в следующем году, ну, вот в этом году мы куда-нибудь уже выйдем за пределы Крыма. Есть очень большое желание у меня, у детей. Я надеюсь, что за пределами Крыма мы тоже покажем свое творчество и будем к этому очень готовиться. Хусмет Улса уже потихонечку будем готовиться и к следующему отчетному концерту, ставить новые постановки, новые номера. В этом году планируется в сентябре месяце новый набор деток. Я думаю, с новыми силами, с новыми талантами мы будем продолжать творить, развивать, показывать нашу культуру. Хусмет Улса, надеюсь, все получится. Мы от всей души, конечно же, желаем воплощения всех ваших задуманных планов. Уверены, что все у вас получится. И всему ансамблю «Мевзу», конечно, желаем творческих успехов. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? В этом новом году я бы хотела пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы Аллах Тааля принял все дуа, которые мы делаем, чтобы все в семьях было у всех хорошо. Иншалла. Чоксаванс. Мы знаем, что на этом сюрпризы, скажем так, подарки, пожелания от вашего ансамбля не заканчиваются. Сейчас ждем спустя пару минут замечательный танец в исполнении Анифе. Желаем вам всего самого наилучшего и ждем вас в нашей студии снова с новыми победами, конечно. Чоксаванс, Сергеевна. Чоксаванс. Девам этему сурметлю дослар, шымды бархаждақ адам бұзым студиямызда ойын янғыра жақ. Айрылмаңыз.